по госуслугам. Я там госуслуга зарегистрировался, куда идти. Если они заднюю отрабатывают, вас разворачивают и уводят вообще, значит этот палево. Ну то есть это просто, они знают, кто, что, посмотрев ваш паспорт. В вашем паспорте должна быть кое-какая отметка, которую Саша вам проверит, все сделает. С этой отметкой сегодня целый день двигаетесь. Ее потом стерли и все, она простым поможет. Вам понятно? Ну, вам все покажут. Ваше дело сегодня есть объем работы, есть вознаграждение конкретно, есть дополнительное задание, которое рассчитано на... Вы можете постоять, кофе купить, где-то там постоять, пообщаться, и где-то, может быть, просто с разведкой посмотреть, кто там где организован. Потому что забавки, может быть, ведут, и пацаны другие работают или что. Значит, как только они увидели, да, там что-то, сфотографировали, прислали, у тебя WhatsApp работает? Да. На WhatsApp прислали, все, это сигнал, что мы можем работать, мы можем их подпить. Ну, премиальная часть, понятно, да? И впереди, там полиция, все дела, там есть заявление, которое понесется. Мы в полицию сразу позвонимся, специальный человек, который будет их крепить. Ваше дело там отфиксировать, и наше дело отработать. Потом, в течение там, второй половины дня, возможно, понадобится еще проехать. Но с учетом того, что я вам обозначил за 12, да, за 12 точек, с учетом будем добавлять. Ну, появляются, чтобы понимали, что ну, все по-нормальному, что не надо, мы не будем просто так, надо заработать. Ну и все, и сами, чай, кофе, все есть, да. Ну, то есть, все купили, стоит, все привезли, да, да. То, что вы можете посидеть, подождать. Все. Ну, пока да, затишье, да, приехали сюда. Да, посмотрим. Можете здесь, можете, где вы хотите. Да. Если что, там, вы идете по ПЗО, ой, ошибся, там,